В Афганистане в результате операций, проведенных спецслужбами, были убиты или ранены около 300 боевиков, разделяющих принципы ДГИЛ. Об этом сообщают местные СМИ. Трехнедельные рейды проводились в провинции Нангархар. В них задействовали все службы безопасности и афганские ВВС. Власти пошли на такие меры из-за опасений, что террористы расширят свое присутствие в регионе и со временем превратят его в свою базу. По последним данным, численность боевиков группировки ДГИЛ в Афганистане составляет от 1 до 3 тысяч человек.